На ремонте вот такая мультиварка Molinex, ее модель вот так выглядит. Это, не знаю, видно или нет, МК705132. Значит, диагноз, нажимаются все кнопки, кроме одной. Вот это не нажимается, что-то или в самой панели с кнопками, или в плате управления будем смотреть. Значит, для того, чтобы разобрать ее, нужно открутить винтики, вот эти четыре, и открутить еще вот этот винт. И тут самое главное, для того, чтобы располовинить, необходимо снять ручку. Ручка снимается в двух положениях. Или вот в таком, или когда снимаем вот эту заглушку, вот в таком положении, в самом последнем положении тоже ручка снимается. И в таком случае можно уже теперь раскрыть ее. Она начинает разбираться. Вскрываем. Можно убрать нижнюю часть корпуса. Соединяем фишку. Нижняя часть корпуса убирается. Теперь нужно достать до панели и посмотреть, что с кнопками. Возможно, прозвонить кнопки и увидеть, в каком состоянии. Если кнопка, поменяем кнопку. Если панель управления, значит, будем тогда смотреть, что с панелью управления. Ну, самое легкое — это кнопка. Если заменить кнопку, то все будет работать. Откручиваем три винта, добираемся вот сюда. У нас не работает вот эта кнопка. Ну, в принципе, можно и отсюда попробовать что-то сделать. Если замкнуть, открываем. Дальше три винтика. Все, мы добрались вот сюда. У нас в данный момент не работает вот эта часть. Ну, что мы можем сделать? Мы можем подключить. Подключаем напрямую. Вот он работает. У нас не работает вот эта кнопка. Можно напрямую ее замкнуть, и если замыкаем, то работает. Значит, выбираем какой-нибудь, выбираем у нас меню, это вот эта кнопка, выбираем какое-то положение, допустим, плов, это не срабатывает. Тут сработает. Ну, если сейчас будет работать подогрев, если он включился, не знаю.
Если, ну, в любом случае нужно менять кнопку. Так, сигнал есть, а так нет. Поэтому сейчас выпаю эту кнопку, поменяю и посмотрю, как она работает.